Жителям села Калкагар Томского района бешеный волк нанес огромный ущерб. У некоторых сельчан хищник уничтожил домашний скот, а на некоторых людей напал. Усен Кульбаев продолжит тему. Жители села Калкагар Жакшембек Мамбеталиев после случившегося до сих пор не знают, что и делать. Днем и ночью он ухаживал за своей скотиной и лишился ее в одночасье. Проникнув в сарай, волк покусал 35 ярок, коз и одного же ребенка. Чуть позже стало ясно, укусы бешеного хищника приводят к смерти или тяжелым увечьям. Пять часов утра я зашел в сарай и увидел там волка. Я испугался и побежал домой. Когда пришел в себя и пошел обратно, то увидел, что волк покусал всех овец, восьмерых загрыз. Рано утром невозможно было собрать людей, да и ружья не было. Потом волк убежал. Я весь скот потерял, теперь не знаю, как быть. Одна надежда на государство. Может, сможет хоть чем-то помочь. Семья Джекшенбека живет за счет разведения скота, а вот теперь, по его предварительным расчетам, хищник нанес ему ущерб более чем на 200 тысяч сомов. Позже хищник напал уже на людей. Нас двоих волк два раза раскидал в стороны, попытался несколько раз укусить, мы пытались душить его, а потом пришлось закидать камнями. На общем собрании сельчане решили сжечь весь пострадавший скот, чтобы болезнь не распространилась по всей местности. Мы наблюдаем за всеми животными, а тех, которых покусал волк, всех сожгли. По общему решению сельчане были вынуждены уничтожить более 40 овец, 8 лошадей, всех собак и кошек села. И сейчас риск еще остается. По словам местных жителей, в окрестностях видели еще двух волков. Уничтожить их местные жители сами не могут. В селе нет ни одного охотника. Усен Кульбаев, Эдиль Мелисбек, Бакыт Шаимбетов, Общественный первый канал, Иссык-Кульская область.